Ну вот и презентация, наконец-то дождались все, друзья, костюм Николетта. Давайте посмотрим на потрясающие цветы, они здесь, кстати, разные. Вот я выбрала розы, красные цветы, да, название моего цвета. Красные цветы, но я уже понимаю, что это розы, обожаю розы. Действительно, красные розы — это один из самых классических вариантов подарка. Ну и, конечно же, давайте посмотрим и на вторую часть, потому что все-таки костюм, Оля, что немаловажно, у нас есть и брюки, и курточка. Но есть еще вариация, вторая, это розовый цвет, вот он на Марине, розовые цветы, да, освежающий. Нравится? Очень нравится, Наденька, это целый костюм. Посмотрите, сколько стоит не только верхняя часть, не только брюки, а целый костюм. Сегодня, во-первых, со скидкой 1350 рублей, прошу учесть этот момент, что на телеканале Shop & Show, даже на новинки, мы делаем скидки. Существенная скидка на ваших экранах, завтра цена будет более 5000 рублей. Да, да, девочка, это не только новинка, да. Это лот из новой коллекции 2016 года, друзья. Поэтому я вам рекомендую прямо сейчас звонить и заказывать Николетту. Почему? Потому что это костюм для роскошных женщин. Сейчас вы поймете, о чем мы говорим. Ты знаешь, да, вот этот цвет на тебе мне даже больше нравится. Красный, красивый. Красный. Знаешь, вот Красная площадь называется не потому, что она красная, да, а потому, что она красивая. Вот эти красные девицы прямо сейчас на экранах стоят. Ну, а если вы хотите, знаете, румянца такого здорового добавить, тогда обратите внимание на розовый цвет, который демонстрирует сейчас Марина, делая вот в нашем костюме небольшие упражнения, зарядку. Кстати, да, вот о зарядке, Надя, скажи, зарядку, пожалуйста, не да, будем ли мы преть, знаешь, вот когда будем заниматься домашними делами? Я тебя умоляю, ты же как никто, Оля, знаешь, как бывает жарко у нас здесь в студии, у нас софиты, друзья, как будто мы на море, бывает действительно крайне жарко, но поскольку это роскошная ткань, велюр на основе хлопковой, то есть к телу, по сути, у меня, Оля, я тебе объясню, все на самом деле физику упирается, у меня к телу прикасается не велюровые волокна, а хлопковая основа. И поэтому мне не жарко в ней, абсолютно. И я тебе больше даже скажу, у меня под брючками есть колготки. Ну, просто я в них приехала в студию и не успела снять. И мне даже в них не жарко. Хотя костюм выглядит достаточно утепленным. Но в то же время он действительно сезонный. Ведь нам, да, в нем не жарко, но ведь зимой нам хочется прикасаться к таким, знаешь, шубкообразным фактурам. Правда? Слушай, а что это за ткань? Расскажи, пожалуйста. Это велюр. Чем отличается велюр от бархата? Бархат разносторонний, направленный, а велюр — это рядочек к рядочку, очень ровненький, очень красивый. Поэтому, как бы ты его ни повернула, в отличие от бархата, он одинаково яркий, он одинаково сочный. Здесь нет, вот как на бархате, знаешь, вот таких вот движений ворса, когда он становится более бледным, потом более ярким. Здесь все ровненько. Это качественный велюр. Но самое главное, это, конечно, хлопковая основа. Вот о чем я тебе говорю. Ну что ж, отсюда хочется заявить для тех, кто предпочитает не только нежные расцветки, но и нежную ткань, которая будет заботиться о вас, а ваше тело будет дышать, здесь же хлопок изнутри. Тогда это предложение для вас, для тех, кто ищет нежность даже дома. Костюм Николетта, кстати, это выбор Надежды. Лично она сегодня выбирала для себя наряд. Я подошла, на самом деле, к вешалке, где висели все наряды, и думаю, выберу-ка я самый роскошный лот, самый красивый, самый яркий, вот где побольше цветов. Если вы такого же мнения, если наши вкусы с вами здесь совпадают, ну, тогда я вам рекомендую костюм Николетта. Тем более, это новая коллекция, новые ткани, новый завоз 2016 года. Ну что ж, друзья, ну все-таки я хотела бы напомнить, что костюм включает в себя сразу два компонента. Это великолепная курточка, смотрите, усыпанная в данном случае розами красного цвета. У нас еще есть розовая композиция цветовая. Ну и, конечно, брюки, Надь. Вот скажи, пожалуйста, вот ничего сверху не переживай. Знаешь, вот бывают такие брюки с тоненькой резиночкой, да, которые впиваются, она не пластичная. Нет, это не тот вариант, я не буду на себя показывать, потому что у меня сама, знаешь, приборы здесь. Давайте покажем это на модели. Вот ты хорошо это сейчас тоже хотела сделать. Обратите внимание на ширину, пожалуйста, резинки. Вот в чем весь смысл данной модели, что она не стягивает вас, не передавливает, а очень мягенько так, как будто бы обнимает вас. Вот знаешь, когда муж обнимает, у него большие широкие руки за талию. Вот примерно то же самое вы испытываете, когда носите
все эти брюки. Причем, ты знаешь, вот такой эффект, когда высокая посадка, здесь реально высокая посадка, да. Вот инстинктивно хорошая живот посадка. В себя забираешь, да? А говорят, вот мышцы таким образом тренируются. Запоминают. И ты, да, запоминают вот это вот. Кстати, мы будем еще и с вами худеть в данной домашней одежде. Ну, а самое главное, мы будем в них дышать. Давайте прямо сейчас на камеру и покажу. Живот в себя, как могу, друзья. Вот, смотрите, руки стабильно стоят на одном месте. И поехали. Вдох, выдох. Оля, я поняла. Вдох, все, выдох. Все. Я боюсь за тебя, потому что Оля себя не очень хорошо чувствует. Давайте ей дадим отдохнуть немножечко. Друзья, да, вот Марина сейчас. Марина, ты покажи, как ты будешь дышать в этих брюках. Вдох, выдох, вдох, выдох. А то все время Оля Градинова показывает. Сейчас Марина, пока... дыши, дыши, Марина. Марина, животик выпятили, выпятили, животик втянули, выпятили, втянули. Вот. У Марины, видимо, уже инстинкт. Животик себя и обратно она уже его не выкатывает. Потому что она часто в нас представляет. Часто носит, да, качественные брюки. Да, это российские лекала под нашу российскую фигуру. Ну, что тут скрывать? Попы большие у многих. Вот именно в этом случае я предлагаю вам эти брюки, потому что они... Знаешь, меня бесят брюки с низкой посадкой. Ну, абсолютно. Слушай, напрямую. Здесь невозможно. Невозможно. Все вываливается. Ты знаешь, у меня есть одни такие брюки. Я как-то собиралась на работу, да. Села, и он мне такой, так, ну-ка быстро переоденься, говорит. Да, Оля, у тебя его не устроило, что нижнее белье заметно. Нижняя посадка долой, тем более дома мы должны чувствовать себя комфортно. Кстати, все линии у нас в колл-центре сейчас перегружены, поэтому дышите тоже глубже, оставайтесь с нами. За ожидание денег мы не берем, не волнуйтесь. Все звонки абсолютно бесплатные.